И всем резво, Макс Риск. Данный ролик называется «Активные предложения в игре Edge Waves». Я думаю, некоторые я поставлю в описании по переводчикам на разные языки. Ну там кто-то просил меня об этом, так я уменьшу звук. Я просто играл в другую игрушку, поэтому вот так вот. Изменяем. И сегодня будет активные предложения для разработчиков. Потом почитаем, возможно, в будущем их добавить. Это будет, наверное, вообще классно. И вы первые узнаете об этом. Это же реально классно. Лайк, подписка на YouTube канал, потому что у нас канал по Edge Waves. Ссылка на канал Max Risk, там Roblox, аниме. Ну, обзор на аниме. Я же не анимешник, который там делаю. Только обзор делал на аниме и всякие интересные штучки. Так, давайте хоть первый сделаем. И первый пост был по категории активное предложение в игре Edge Waves. Дата 12.07.2020 года. Угу. 2 месяца назад давали, не так уж и давно. Так, ставить и переводчик. Мы должны иметь возможность равномерно разделить войск на команды. Это что, гайд для кого-то? Для новичков? Ладно, ну хай будет гайд. Все, друзья, новый гайд. Сила ночи, там было написано, вау. Так, я отправляю, чтобы вы воевали, чтобы было не скучно. Так, на команды. Доступно у вас есть 200 тысяч войск. Допустим, да? Допустим, у вас есть 200 тысяч войск. Разделите на 4 по 5 тысяч каждого, разделяя на 3,66,6 тысяч. Разделите на 2 команды по 100 тысяч. Ага. Ну, я уже говорил про этот гайд, но повторюсь все-таки. Я уже говорю про это нам. Ну, это хороший гайд. Это был первый гайд. Это оригинал. Блин, могу я это говорить. Это оригинал. Так, давай тогда я отправлю машинок, чтобы они тут там делали. Давайте. И давайте хоть войск каких-то. Давайте первых. Да, хотя убивают, а мы почитаем еще. Предложением. Так, дальше. Дальше было Snow On. Да, реально, снова он написал. Так, что он кусочек написал? Почитаем. Так. Сохраните предпочтение настройки героя для разных целей. Тоже хороший, но такой себе. Дальше, 13.07. Вроде бы через один день сразу прошли еще один сообщение. Вау, так часто. Итак, читаем. Думаю, стоит удалить или выкинуть неактивных базы с севера, чтоб он не был переполнен. То есть тут очень много игроков. Дать хоть им строчку, срок там. Если не придешь через один месяц, то ваш аккаунт по игре Edge Waves выкидывается на автомате. Один аккаунт. А как тогда закончить игру? Алло. Я тоже не знаю, зачем такое продолжение таким двоим разработчикам. Не, ну возможно, в будущем можно это сделать. Да, я же этого не говорил. Патруль территорий, блин, ну а превьюшка, почему мне об этом никто не сказал? Блин, обезьянки большие, дай превью скачать. Я на превьюшках люблю. Так, понял, нужно воевать, я понял. Сегодня ролик о этой данной теме. Дальше читаем. Следующее снова за один день. И тот же чувак с превьюшкой, я его не буду показывать, он такой смешный с бородой. Ладно, с определением ранга или по галочке должно иметь возможность искать и находить места нахождения групп своего альянса на карте. Так ее уже добавили, кстати. Да, ее уже добавили, друзья. Призвать. Новая кнопочка, раньше такого не было, на автомате призывалась. Теперь можно его призывать. Ого. Друзья, нажимайте кнопочку. Кто не знает, то пожалуйста. Нажимайте, получайте. Так, у нас тут есть обезьянка маленькая. Малыш, вон. Кстати, она очень хорошая. Самый жесткий. Капец, блин. Так, дальше. Следующий он. Да чё ж он такой активный? Друзья, он всегда активный. 25 лайков, один дизлайк ему там.
А, блин, я не сказал, что там лайки ставят еще. Так, первое предложение там было 15 лайков, 2 дизлайка. Дальше, 25 лайков, там вообще много лайков. Слушайте вы, не. Ладно, пропустим. Дальше, читаем предложение, 25 лайков, 1 дизлайк. Должна быть возможность делиться отчетами разведочных в чате товарищей. Так, вроде бы их и так добавили. Ладно, дальше. Дальше опять за один день. Там, блин, ну так, так делать, ему там 15 лайков, 3 дизлайка. Активный чувак. Подожди, дай по твой профиль зайти. Превьюшку. Ладно. Мы должны иметь возможность торговаться между нашими ордами или на мировом рынке. Рынок. Торговаться. Чем? Ее не добавили, конечно. Но было прикольно торговаться. А может давайте не будем это делать? Зачем торговаться? Вот ресурсы, берите сами. Такое себе предложение. Торговаться, ага. Не, ну можно, за что? Вот за что? Ну ты баночки на баночки. Ресурсы, вот, что торговаться? А. Не, ну их можешь покупать. Разно, пропустим. Дальше. Ставит ему 20 лайков, 1 дизлайк. Мощно, мощно. Мы должны иметь возможность обновить обычный рыст до больше высокого уровня. Например, обменять 4 синих напитка на 1 фиолетовый. 4 фиолетовых на 1 золотой ТНТ. Напитки. Вы про эти напитки? Я что-то не пойму. Были напитки? Друзья, если вы в курсе, напиши в комментариях. Блин, я не знал, что есть напитки. Почему их убрали? Мне уже 10 тысяч силы. Ё-моё, я, наверное, буду записывать, чтобы стать сильнее. Это хорошо. Хорошо. Так, давай, там пипуайтик, давай, на любой. Ну а что, нельзя? Конечно, можно. Так, давай тогда. Ищи, да, молодец, давай разведку. Так, давай соберем штучку. Прокачай его, блин, 8 секунд, а изи, просто изи. Так, вот. Тут не знаю, блин. Ладно, давай бесплатно что-то. Так вот. Да, блин, прокачка. Ладно, прокачай его. А? Зачем прокачивать? Скорее всего, там будет что-то классно. Вот вам еще один гайд, чтобы разработчики добавили хоть ускорялки эти прокачки. Почему 8 секунд так легко ждать мне на это время? Да ладно. Ну хай делает. Вроде бы все нормально. Так, окей, окей, нажимаем. Ну что, битва будет идти? Там на ресурсы, отлично. Искать. Бой. Так, дальше. Снова он. Да, блин, он достал. Дальше идет капитан. Потом дальше идет чувак, который покинул данный клан. Так, капитан, там 2 банана, 1 дизлайк и 20 лайков. 2 банана. 3 банана, да? 3 банана, блин. Так, включите Google для связи и резервного копирования учетной записи. Это предложение. Это новости, о, что можно добавить, что можно и разработчикам добавить, и людям подсказать, это гайды, это всякие, ё-мо, Google привязать. Ну вы знаете, что тут привязать только можно? Facebook. Версия 0.17.0. Правильно. Время. Стопак. Узнали, вы, блин, скрыли. Ладно, это не важно. Так вот. Дальше. Оу. Это уже администратор. 10 лайка, 4 дизлайка. Что как-то Николс сказал. Так, читаю. В игре должно быть городский макет редактор. Так было бы намного проще. Макет редактор. И пиши комментарий, что это такое? Также в игре должно быть больше командиров и больше событий, чтобы игрок оставлял активным. Оставался активным. Да вот уже добавили, блин, он молодец. Он стал тем самым. Брось вызов гиганту. Блин, отдайте мне эту превьюшку скачать, блин, офигенно, я на превьюшке идет 10 часов. Ага, блин. Завтра обновление ежедневно в 3:00 по московскому времени. Так нечестно, 3:00. Я спать хочу. Как будить меня? О, подожди, нужно построить что-нибудь. Лабораторию. Конечно, нужно.
Там лаборатория, друзья. Лаборатория строим. Давай. Прострой ее. Так, дальше нужно воевать. Захватывать эти ресурсы. Зачем? Ну, зачем-то нужно, конечно. Так, давай, на мощную машинки вообще не нужны. Зачем эти машины, автомобили? Так, вот, автомобили, это вроде бы украинский язык. Автомобили. Так, соберем это все дело. И, конечно же, прокачаем данные. И следуем. 5 секунд. Ну, знаете, 5 секунд, это просто... Ладно, удержание. Хотите, делайте. Так, уже 110 700 воинов. Дальше считаем. Дальше чувак, который покинул. Ё-моё, кто написал? Вот ты, красавчик. Дата. 15.07. Каждый день добавляет новую записи. Помощь Альянсу пригодится на старте. Вот. Помощь Альянсу добавили. Точка. На совсем. Но совсем не на более поздний уровень. 2-3 часа помочь на ФКНС. 100-дневные исследования бесплатно. 100 дней исследования. 100 дней исследуется лаборатория или чьи-то типа того. Блин, это, конечно, долго. Ну и уже пофиксили. Дальше. Изменить систему на проценты или нам нужно значительно увеличить значки справки. Ладно, есть справки там маленькие. Все каждого есть. Может быть, есть базовые 0,5. Для каждой помощи могут быть улучшения до 2% при полном обновлении. Также образом это поможет всем все времени в самом начале. Это вроде бы сделали. Можно как-то перемотать? Скучно. Это скучно, вот это интересно. Это разработчик от них. 6 лайков, 9 дизлайков. 6 лайков, 6 дизлайков. Так, что он там написал такое, что прям дизлайки ставят? Так, я потом почитаю, мне как-то стрёмно. Стрёмно. Вау, видели, без генерала они выглядят очень вкусно и классно. Дальше. Добавьте ограничение скорости сообщений, которые игроки могут отправить в глобальный чат, чтобы предотвратить спам. Ну да, там есть спам. Да, уже пофиксили. Должно быть в видео общее количество доступных рыс для железа, еды и т.д. Облегчает проверку начала достижения количества обновлений. Да, уже сделали вроде бы. Так, дальше. Там говорят 103 смайлик по сотке. Не могли бы вы сделать так, чтобы игра оставалась в режиме низкого производительности? Сделали. Не приходится снова включать его с всякий раз, когда я перезапускаю приложение. Да, он реально долго грузится. И тем самым его пофиксили. Нормально уже, все нормально. Приходи к нам, брат. Я предлагаю заранее настроить армию, чтобы когда... А, это хайт, друзья. Я предлагаю заранее настроить армию, чтобы когда мы отправили марш, мы могли просто загрузить его и не вручную выбирать обезьян и войск. Спасибо. А, вот как. То есть, давайте покажу. Сейчас, вот так введем, да? Потом, ну, может куда угодно, конечно. И тут на автомате сохранял, конечно, мы как в Майнкрафте интерфейс сохраняете. Тут такого нету. Нет, подожди. Ну, можно так класснуть. Ну ладно. Классная идея, но... Это ж... Какие-то гигабайты лишние будут висеть. Так, дальше. Интересно, с превьюшкой хочу. О, обезьянка. Скорее всего, он очень классно. 11 лайков, 5 лайков. Если туман остановится, заставьте туман работать в союзе. Альянс видит то, что видят другие в том же союзе. Такое себе. О, там что классно. Обратно вон. Скорее всего, там что классно пишет. Так, вот, блин, как-то уже скучно читать. Скучно. Так, покажите экранчик. Как будто вам реальный экран что-то был не показан. Что-то интересно. Может, давайте что-то сначала... Самое новое прочитаем, то но старое скучно уже. А новое хочет новое, так что пропускаем все дело. И самое новое. О, сойдет. Новое. Так, читаем. Кто-то уже предлагал это. Покрытие
подкрутите вверх, чтобы прочитать его. Там уже так дочитали. Но я немного его изменяю. Предлагаю навыки таланта сэра Фрэнсиса вместо того, чтобы давать 1, 2, 3, 4, 5 секунды с ресурсами за 100к. Его следует изменить на 1, 1, 2, 2, 3. Для каждого выращиваемой кармы. Это гайд на Фрэнса. Так, давай открутим. Фрэнс, выпадай! Фрэнс, выпадай! Не хочет. В общем, кто знает, где Фрэнс, и там у вас хороший чувачок будет. Фрэнс. Фрэнс. Местотин. Максимум. Ларон. Малыш. Ронзер. Майк. Укскат. Руис. Коруб. Майк. Да я не знаю, вообще-то. Всем все пожалуйста, с вами был Макс Риск. Такой вот короткий, как вам, дико нравится. Конечно, длинный. Ну, долго-долго читали, некоторые новые мы узнали, что сделали, некоторые вообще не делают, но это потому что это так себе. Но они гайды читают. Если вы хотите, чтобы... Вон там уже чинит Янка. Если хотите, чтобы вас, разработчики, услышали ваше мнение, пишите в комментариях, я этому напишу, мне не сложно. Только чтобы вы написали. И хорошие идеи вам нужно написать. Друзья, если вам понравился ролик, поддержите канал лайк. Только вот знаете что? Вот как я думаю, что нужна помощь такая вот, да? Для новичков. Вроде бы вам нужно зайти в помощь. Помочь всем сначала, чтобы она вон добавилась. Так, территория. Тут забрать можно. Блин, а тут еще может как-то упасть в статистике. Вау. Исследование. Друзья, также нажмите сюда, вот исследуйте, это вам еще один гайд. Кто смотрел ролик, принадлежит сюда. Ранг банды должен быть выше. Так. О. Мне не жалко тысячи давать, мне миллионы и так. Поэтому не жалко, друзья, банды это очень хорошо. Кланы это уже... Вот этот клан. Это клан. Ваш герой клан. Банда это у нас хорошая. Вам нужно никогда не уходить с банды, потому что вы исследователь для банды. Это чтобы помочь кому-то. Это реально угодно. Это вам новый гайд. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Ссылка на гайды новый в описании. Вся ссылки на интересный ролик тоже в описании. Вот кто это будет строить, а? А мне что-то есть построить? Классное украшение. О, вот точно. Вот так. Все, нормально. Всем пока!